Всем привет! Вы на канале Принцесса Виктория. Сегодня мы будем делать пиццу. Всем привет! В этом мультипекаре мы уже готовили и пончики, и венские вафли. И настала очередь третьей насадки для пиццы. Для пиццы мы взяли готовое бездрожжевое слоеное тесто. Еще что мы, Виколь, взяли? Сыр, колбасу, перец, кетчуп и помидорку. Помидорки. Для начала мы берем тесто и кладем его на панель. Аккуратненько перенеси его. Сейчас. Мама, не пойди. Не бойся, клади. Он горячий. Ой, блин. Ой. Давай я тебе помогу. Вот так его разравниваем по всей поверхности. И что, зачем кетчуп у нас идет? Да, бери кетчуп, ложечку, и сейчас будешь наносить кетчуп. Так, куда будем? Все, вот так. Открываем. Открываем кетчуп. О-о-о-о. Бери прямо. Наливай. Как? Вот здесь, в серединку. Наливай, потом будешь ложкой все это размазывать. Еще. Все, хватит. Так. Бери ложку. Берем ложку. По всей пицце? Да, конечно. Ой. Все, клади колбаску. Прям по всей, да? По всей. Я как квадратик, ой. Равномерно ее все распределяй. Давай, я тебе тоже буду помогать. Ой, она такая белая. Ага, мама. Вот это надо вот. Ну все, думаю, наверное, достаточно. Сейчас еще чуть-чуть. У нас потому что будет еще потом вторая пицца. Мы оставим ее на вторую. Колбасой у меня ручки теперь пахнут. Так, следом мы кладем, давай, перчик. Да, перчик, как я сказала, повсюду. Ой. Так, мама тоже мне помогает. Немножко. Так, и помидоры. Чуть-чуть еще. Все, еще достаточно. Так, и теперь помидоры. Так, сыпем мы помидорчики. Так, дальше у нас идет. Давай я тебе тоже буду помогать. Конечно, я тут одна не справлюсь. Мам, помидорку вот найду. Смотрите, ребята, у нас пицца получается как радуга. Сначала розовый, потом желтый, потом все, красный, потом еще желтый, мне кажется. Лечу. Да, у нас прям яркая такая летняя пицца получается. Мы уже прям все с нетерпением ждем лета. А я думала, ты скажешь, мы все вместе ждем нетерпения пиццу. Я думала. Ну и пиццу тоже. Но я его тоже ждем. Так, все, теперь давай. Знаешь, что еще? Я думаю, давай итальянскими травами посыпем. Будет намного вкуснее. Давай, на прям. Посыпаем. Крути, давайте. Она так не будет. Это же мельница. Вот по всей. Вот. Еще можно это... чай и суп добавлять, да? Ну, вообще я не добавляю, а вот для пиццы самое то. Как раз итальянские травы прибавят такой пикантности немножко. Дедушка у нас добавляет. Давай. Все. Ой, ух ты. Так, Вика, давай мы пока включим наш пультипекарь, чтобы он разогревался, а тем временем положим наш сыр. Что? Зарядочку надо ставить. Так, включили, пускай он греется, а мы будем тем временем посыпать сыром нашу пиццу. Викуля, давай сыр. Так, прям всю надо много сыра. Не, ну ты смотри. Надо закрасить прям как солнышко. Ты же у нас хозяюшка. Сама смотри, да. Достаточно будет или недостаточно? Конечно, нет. Ну, достаточно. Сейчас я вот так... Пицца вкусная, когда сыра много.
Я закрашу, чтобы прям, мне кажется, чтобы продуктов в них было не видно сыром. Все мимо. Ну все, думаю, хватит. Ребята, ставьте лайки, кто пиццу тоже делал. И любит, кто пиццу, да? И любит, да. Ну, я думаю, что все любят. Так, все, хватит у нас. Так, ну все, все ингредиенты мы на пиццу свою положили. Теперь ждем, когда загорится у нас красный индикатор. Тогда можно крышечку накрывать и ждать минут 20-25, когда она приготовится. Красный индикатор у нас загорелся. Правда, не очень, наверное, вам хорошо видно при свете. Но это есть, вот. Вот так лучше. Да, крышку мы закрываем. Сейчас дым пойдет. Защелкиваем. Ой. Тут пончики нарисованы. И ждем. Вот, 20 минут. Друзья, ну вот прошло 10 минут, и у нас такое чувство, что пицца уже абсолютно готова. Мы сейчас откроем крышечку и посмотрим. Пикуль аккуратно, братцы. Вот на вид она очень даже красивая. Сейчас я вот донышко посмотрю. Донышко тоже уже хорошее. Мне даже в спину этот брызг попал. Ну давайте ее перенесем сейчас вот на дощечку. Ребят, аккуратно. Мне даже в спину брызг попал. Мама. Так, вот. Такая пицца. Вика, ну что, будем пробовать? Да! Сейчас отрежем небольшой кусочек. Только надо очень подуть хорошо, потому что она достаточно горячая еще. Да. Очень горячая. Так. Но по правде мы будем пробовать, когда она остынет, как настоящие в кафе висите. И пиццу подрежу. Так. И что-то я должна попробовать. Я сейчас подую. Да я попробую. Вот такая пицца. Пахнет, как итальянскими травами. Похтеть. Викуль, ну я подула, пицца остыла. Давай, снимай пробу. Аппетитно тянется сыр. Вкусно? Юра, нету, Бадди уже внизу ждет. Бадди, что ли, такой тоже пиццу хочет? У меня вкусно. Да, я тоже попробую. Ну потому что он горячий. Да, бедный ты. Ну да, вкусненько получилось. Нюхает. Смотрите, уже нюхает. Ну так. Можно достаточно быстро очень можно приготовить пиццу. 10 минут готовится, 5 минут все ингредиенты подготавливаются. В общей сложности, наверное, минут 15 все занимает это дело. Готовьте, ребята, пробуйте. Чаю. Очень вкусно. Вот, нас включайте, делайте по рецепту вместе с нами. Да. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если вам тоже понравился наш ролик. Всем пока-пока. Пока-пока.